Индийские спасатели работают, не покладая рук. Сильные дожди вызвали наводнение в западном штате Гуджарат. Вода несется бурным потоком прямо по городским улицам. Попасть в нее страшно, сбивает с ног мгновенно. Канаты, самодельные мостики, спасательные жилеты – все это идет в ход, чтобы люди остались живы. Особенно тяжелая ситуация в городах Джамнагар и Раджкот. Здесь за сутки выпало более 30 сантиметров осадков. За день городские низины затопило. Река Аджи текла очень быстро. Мосты в низинах были перекрыты, как и мост Рамнадхпара. Около 1400 человек переместили на возвышенности в убежище. Пожарные спасли около 335 человек. Муссон, то есть сезон дождей, в Индии длится с июня по сентябрь. Ежегодно из-за него гибнут сотни людей. Так, в июле этого года жертвами ливней в штате Махараштра стало 110 человек. В то же время этот период очень важен для сельского хозяйства страны. За счет него живут около миллиарда индийцев.